Буланова о состоянии ставшего жертвой несчастья сына. Татьяна Буланова опубликовала фотографию своего покалеченного младшего сына Никиты. Репортеры немедленно связались с певицей, чтобы узнать подробнее о случившемся. На днях Татьяна Буланова в своем Инстаграм опубликовала фотографию младшего наследника Никиты, рожденного в браке с экс-футболистом Владиславом Радимовым. Поклонники разглядели гипс на ноге 12-летнего подростка. Что случилось с мальчиком, Татьяна Буланова по какой-то причине рассказывать не стала. Поклонники всерьез обеспокоились состоянием Никиты, а журналисты оборвали певице телефон. В итоге Татьяна прервала молчание, но ее комментарий оказался немногословным. «Слава Богу, он хорошо себя чувствует, ходит в гипсе», — рассказала Буланова. Оказывается, Никита сломал фалангу пальца на левой ноге, отстаивая честь своей школьной футбольной команды, передает телепрограмма «Про». Публикация фотографии из Инстаграм. Напомним, Татьяна Буланова и Владислав Радимов поженились в Санкт-Петербурге осенью 2005 года. Уже через пару лет популярная исполнительница родила спортсмену сына Никиту. То и дело в СМИ ходили слухи о проблемах в семье знаменитостей. Несколько лет назад разразился скандал после того, как на одном из ток-шоу появилась женщина, назвавшая себя давней любовницей Владислава. Тогда Буланова и Радимову как-то удалось сгладить неловкость. Но в 2016 году певица все же оформила развод. Причем причина была не только в измене. Оказывается, Радимов поддерживал отношения со многими бывшими пассиями. Но он такой человек. Ему все время нужно это, а меня это достало. Но сколько можно? Я никакого расследования не проводила. Просто в какой-то момент поняла, что надо чик. И все, заключила Татьяна Буланова. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Палач. Зеленского обвинили в массовых убийствах. Подло сетевых глистов. Ожидающую ребенка вдову Рынскую лишили последнего. Лазарев выпал в осадок от горячего вида лора. Разобрали на органы в Турции. Обстоятельства смерти российской модели заинтересовали Малахова. Мат на мате. Богомолов сделал откровенные признания. И многое другое.